Всем привет! Сегодня я готовлю соус хрималии из красной алычи. У меня алыча такая кисло-сладкая. Здесь у меня 2 килограмма, я ее хорошенько промыла. Значит, добавляем воды, обычная холодная вода, чуть больше половины. Ставим на плиту. Добавляем ветку сухого укропа. Значит, и кипятим приблизительно 10-15 минут. Отчет ведется после того, как закипит алыча. Прошло у нас 15 минут. Дальше пропускаем мы ее через дуршлаг. Лучше через дуршлаг, чем сито, потому что консистенция получается лучше, чем через сито. Нам нужно избавиться от кожи и косточек. Итак, что делаем дальше? У нас здесь 100 грамм кинзы, хорошо промытой, 1 стручковый перец и 4 зубчика чеснока. Нам нужно пропустить ее через мясорубку. У меня перец совсем не острый, поэтому я его целого добавляю. Но если у вас острый, вы можете половинку или четвертинку на вкус добавить. Все это добавляем в нашу алычу. Перемешиваем. Теперь добавляем главные ингредиенты. Это наши приправы. Значит, омбало, это болотная мята. Его можно найти в сушеном виде в России на рынках. Значит, 1,5 столовые ложки. Кориандр, 1 столовая ложка. Уцхоцунели, голубой пажитник, 1 с горкой столовая ложка. Все эти приправы можно найти на рынке. Все перемешиваем быстро, чтобы не образовалось комочков от приправ. Аромат стоит, конечно, по всей кухне. Очень вкусно пахнет все. Чеснок, эти приправы. Хочу передать привет Грузии, всем, кто меня смотрит. Всех люблю, всех целую. Все мы прекрасно знаем, как там вкусно готовят. Итак, добавляем 1,5 столовую ложку соли и 4 столовые ложки сахара. Ну, сахар смотрите по тому, какая у вас алыча. Если слишком кислая, можно больше сахара. Если сладкая, то меньше сахара. Все это дело вкуса. Добавляю немножко перец острый, тоже по вкусу, и черный перец. Молотый. И все это варим где-то 40 минут. Отчет ведется, как только закипит. На умеренном огне. Иногда помешиваем, чтобы не приставало ко дну, а то пригорит. Пенку собираем совсем в конце, чтобы не спутать ее с приправами, которые всплывают. Дальше добавляем аспирин 2 таблетки, ацетилсалициловая кислота. Продается в аптеках, очень дешевая. То есть без нее это как бы еще одна такая гарантия, что не испортится. Но добавляем ее самым в конце. То есть добавили, размешали, все выключили. Банки у нас стерилизованные, и крышки тоже. То есть и банка, и крышка должны быть горячими, как и наш соус. Пока все не остыло, быстро разливаем по банкам. Если вы будете хранить в морозилке, вот можно хранить в пластиковых бутылках в морозилке, то можно таблетки не добавлять. Но если в кладовке, то лучше это сделать. Это как бы еще одна гарантия такая. Закрываем плотно крышку. И переворачиваем. Даем остыть. У меня получилось 3 пол-литровые банки и 1 200-граммовая. Так она выглядит уже в готовом виде. Намного вкуснее, ароматнее магазинного, поверьте. Ну а у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь. Пока-пока.